Приветствую всех на канале Корейская кухня проще простого. Сегодня готовим хрустящие жареные баклажаны под кисло-сладким соусом. Очищаем баклажаны от кожуры. Разрезаем на крупные кубики. Сладкий перец разрезаем на квадратики величиной с баклажан. Такими же квадратиками разрезаем острый перец. Кусочки баклажан слегка присыпаем мелкой солью. Перемешиваем. И оставляем на 5 минут, чтобы баклажаны немного просолились. Теперь приготовим кисло-сладкий соус. В сотейник наливаем 5 столовых ложек соевого соуса, 2 столовые ложки рисового уксуса. Рисовый уксус можно заменить на яблочный. 2 полные столовые ложки сахара или 4 полные столовые ложки кукурузного сиропа. А также 5 столовых ложек обычной воды. Теперь добавляем 1 чайную ложку любого крахмала. Все перемешиваем до растворения сахара. Ставим сотейник на огонь. И непрерывно помешивая соус, ждем, пока он закипит. Как только соус начнет закипать, он станет прозрачным. Также непрерывно помешиваем. Кипятим соус в течение 1 минуты. Выключаем огонь. Снимаем с плиты и даем соусу остыть. Баклажаны просолились. Перекладываем их пакетик. Добавляем к баклажанам 4 полные столовые ложки крахмала. Подойдет любой крахмал. Теперь закручиваем пакетик так, чтобы внутри остался воздух. Встряхивая пакетик, распределяем крахмал по всей поверхности баклажанов. В сотейнике или глубокой сковородке разогреваем растительное масло. Растительного масла должно быть много, жарить будем во фритюре. Баклажаны выкладываем небольшими порциями. Отделяем баклажаны друг от друга и жарим, периодически помешивая, до золотистой корочки. Теперь в этом же масле обжариваем сначала сладкий перец. Сладкий перец обжариваем в течение 1 минуты. Острый перец обжариваем в течение 30 секунд. Чтобы баклажаны оставались хрустящими, жарить их нужно непосредственно перед подачей на стол. Чтобы красиво распределить соус на баклажаны и перец, нам понадобится кондитерский мешочек или обычный плотный пакет. Перекладываем соус в кондитерский мешочек. Выкладываем баклажаны, жареный перец, отрезаем у кондитерского пакетика кончик и красиво распределяем соус на баклажаны и перец. Сверху посыпаем жареными семенами кунжута. Хрустящие баклажаны в кисло-сладком соусе готовы. Можно подавать к столу.